после Карагена. На 5 часов забанили, ёбана в рот нахуй. Кого? Навара, блядь, замутили. А за что? На БГ кого-то хуесосил там, пожаловались. Так а чё ты хуесосишь? Играй да играй, всё. Да вот бараны же попадаются. Я так и знал, что ты так скажешь. Ой, бараны попадаются. Я что-то пытаюсь написать, не получается. У меня третье окно вот это открыто. Блин, общее сделал, смотрю, 5 с лишним часов. Ёб твою. Пришлось наушники подключить. Короче, соберитесь, это в ваших интересах. Да я не понимаю, как вы там вайпали? Падаете. Ну, я тоже не понимаю. Давай ты, Варт, лучше стой. Пожирнее все-таки будешь. Ну, третья лужа меня по-любому шьет. Ну, как не купит. А ты шивы умеешь прожимать? Щит есть? Дерево, заход его на ребят, когда они с лучей уходят. А то они еще от этого дохнут. Так, сейчас рыбу ставлю. Да тут все уже устали. Давайте убьем этого босса, в конце концов. Этого Молчезара, не Мороза. И разойдемся. Да сейчас еще нахуй будем с таким районом. Там Молчезар, он как-то не такой, нахуй. Там, конечно, блядь, метеоры все хуево полетят. Да, тоже ближе, тоже хуево. Отойдет. Кто-то там отлетит. Голема, блядь, много. Ну это вообще надо... Ну, я не думаю, знаю, ДК с Варом делать. Сообразят, нахуй, чтобы голема не отлетел. Поели, попили. Понимаем. Как бегать, мы уже знаем. Осталось только слушайте. Этот эрдру готов. Этот рейд войдет в историю, блядь. Так, эрдру готов, можешь пулять. Этого пидора. Ебаного, синего, прозрачного. Даже миллиметрики какие-то высчитываю, подальше стараюсь отводить босса, как могу. Зеленый. ДК. ДК, блять, алло. Не спи. Мы же так вайпнемся. Внимательно смотри. Мак, уйди ближе это туда. Троить всех за охотой. 40 стаков. Приготовились бежать. Третья лужа тут появилась. Через лужу не бегите. Все, ушли. Ушли. Не прилетел. Все, все, нихуя не летит по стенке бежим, по крымбу. Заходите меня. Сейчас мы подойдем. Спасибо. Дайте поймаю. Все, поймал. Иди туда, вон. Поставлю. Башит. Лужи, лужи, внимательно ждем. Не буду повару истерию давать, по кому бы дать истерию. А чё, он на луче? Повару давай, прям сейчас, ты он чё? Он на луче, давай, давай. Давай, конечно. Да, может. Да ну сейчас опять умрет, он лужи поднимет. Давай, давай. Да всё, да, лужи. Уходит, если что. Так, чё, одна была, вторая была лужа? Да, да, подо мной. На 30-м, там, готовьтесь, третья была. 30-й стак. Готовим, сейчас будет третья, возможно, под варом. Вторая на меня. Друид, заход и всех уже. 40 стаков. Приготовились бежать. Я отворачиваю босса. Все, бежали. Бежали. Беги, беги, вар. Чаршу кого. Все, по стенке бежим сразу. Сейчас как поставлю, да, давайте дадим гиру. Да, хорошо. Три перебежки, я думаю, осталось. Не знаю.
Так, в центре синий, хорошо. Да шут с ним. Все, дали Геру. Смотрим, сейчас лужи не проебитесь, пока Гера. Это уже была одна лужа. Чтоб никто на второй не сдох сейчас. А, друид. Угу. Ну и все, и третью ждем сейчас. Сейчас будет лужа. Под ноги. Угу. Была? Да, все, сова вышла. 40 стаков. Приготовились бежать, друид всех с охотой. 45 стаков, босса отвернул. Бежали. Не кажется ли, мы сносим ему так мало, что просто охуеть? Не кажется. Да потому что вар один бьет, по большей части. Потому что на луче стоит. Совсем, ребята, без ДПС. Так, синие кружки. Давай, Стивен. 10 секунд. Дал. Там была уже, да? Это вторая уже была. Да. Надо как-то, блядь, больше дамажить его, наверное. Так, и либо. Это третья была. 40 стаков. Приготовились бежать. Побежали, 45 стаков, босса отвернул. Бежим. Блять, он хп резает нахуй, зеленый хапает. Зеленый медленно убегают. Зеленый убегает вторым. Ну, короче, две перебежки по 15%, 8 надо будет добивать по-любому как-то. Ну сейчас плюс экзекутка еще немножко побольше будет сниматься, после 20%. Шампана мульт отхилил только, блядь. Синий в кружке. Ну ДК, значит, спиной убегай сейчас. Сейчас лужи внимательно смотрим. Сова, маги, смотрите, горники. Так, что там, одна была или две уже были? На маге. Осторожно, братан. 40 стаков. Так, готовимся. Уходите. Блять, вара мало хп. Все, бежим. Там чарж здесь подхилил. Беги. Так, это... А че у нас смотрит? Все-таки плюнет, что ли? В рейд плюнул. Ой, блять. А почему так? Кто-то опаздывал. Кто там убежал? Медленно так. Эрдру? Вот здесь прямо Эрдру стоит. Там, когда лучи исчезают, уже по вару не идет до магии. У меня терпение на исходе уже.
Не хочется ругаться, но... Ты возьми в кошку, превратись в ускорение и изменил, ты в самом там деле. Все люди сидят, что-то пытаются убить, все уже поняли. А из-за одного человека сейчас вайпаться и гореть... Да все, не горите. Ну, в самом деле, правильно ему говорят, вон форму кота уже в конце впрыгнуть, нажать спринты и убежать, ну, много мозгов не надо. Может, вам банки на СПД кому дать? Кто там? Локи, маги, у вас у всех банки есть на СПД? Мне вроде да, есть. У меня закончились, мне нужна одна банка. Кому еще надо банку? Кто ДПСик надо, блять? Значит, маг, кто еще там, лок, друид, может, тебе надо, и... Вон, давай, может, ты встанешь на синий, ты умеешь стоять? Мне кажется, ты больше дашь. Встать-то он встанет, главное, чтобы это, лужа под ним не появлялась. Бритая мачта, что ты тут? Да я сейчас смотрю на ум. Ты смотришь под это, под себя внимательно. Че, встанешь? Давай. Давай, встанешь. Может, реально побольше дашь. Бывар дает, блядь. Ну это мало, пипец. Два БРа есть, в принципе, не сдыхаем. Я на зеленом постою, нормально будет. Пока ставлю рыбу, пока там добегают. И давайте обмен звездочки, кому надо на СПТ фласку. Маги, луки, чтобы больше дамажить. Так, на тебе на СПД. Кому еще на СПД? Маги. Я уже готов чисто под боссом стоять, просто чтобы он в меня захаркал просто все, что можно. Так, облепиха, я смотрю, у тебя нету. Тебе надо? Дайте СС по этому друиду, блин. Косячный и... Мама, не горюй. Так а толку? Плюнет, все равно по всем сразу же полетит. Да, тут вот в том фишка, что, блядь, все прилетают. ДДшники, у вас там на АП есть? На АП у меня, блядь, нету. А, нет, есть на АП. Я с рулетки выиграл. Давай мне. Пожалуйста. Где там обмен на силу атаки, блядь? Давайте, блядь, ДПС надо. Блядь. Давай, ДКшник. Вар, тебе надо на АП или у тебя есть? Да-да, давай. Давай, вар. А то мы так охуеем, нахуй. Пришли, блядь, вай, пацаны. Еле вывозим. Я ваш шмот не смотрел, конечно, во что вы там одеты, блядь. Проверка. Так, сейчас я рыбный баф повешаю, и все. Сам на СПД выпью. Давай, я зеленый беру, быка. Все, босс пошел, поехали. Так, это что? Это у нас вар стоит сейчас на синем. На зеленом вар стоит. А, это ДКшник стоит на синем. А лок ты что зеваешь? А лок что-нибудь стоит? Этот мачта? Нет. У меня задержка сейчас. Все, 180. Все, ты что, я ж на работе сижу. С телефоном раздаю. Все, тогда лужа сейчас будет. 3G ловит. Третья сейчас будет. Лужа. Выше. 40 стаков. Сместились немножко. 45 стаков отворачиваю босса. Вар зеленый, уходи. Уходи, все. Уходи. Угу. Поближе постою. До стенки бежим. Здесь сейчас плевок в этого, в танка только будет. Все, он отходит. Я его поймал. Босс не плюет больше, мы бежим по стенке. Тогда больше, да. Ну, Фрост... Лог бы до хера дал. Ну, понятно, но расслагает, что рисковать, он просто выпадет все и все. Как бы убивается, просто сейчас надо выжить все. Так, синий где в центре?
Да, сука, я не успел. Займите синий. БР есть у обоих друидов. Резнули уже. Обновите по нему вот эти... Выходите, служи сейчас. Сколько стаков? Сейчас перебежим. 40 стаков. Да будем перебежать. Приготовились. Сумки бафните по ДКшнику. Все, отворачиваю босса. Вар, последний, убегай. Все. Там вот эти массовые дадите, каски вот эти. Я поближе постою. Иди сюда, Вар, уходи, уходи, уходи. У меня дебаг 2 минуты. ДКшник. На синюю кто-то другой встанет. Все. Так что, Вар, встанешь пока? На синий? Да. У того дебаф. У синий. Потом как спадет, подойдешь к нему. Поднимите друида. Угу. Так, СС есть лог? Чекни там. Угу. По облепихе. Есть, есть СС. Это кто, кстати, бритая мачта, да? Бритая по облепихе. Угу. А второй я даже не знаю, в кого сдать. Второй. Другой лог зачем там не надо. А, ну хорошо. Пускай. 40 стаков. Сорок пять. Бля, почему зеленого? Уходите, 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 уходите. Че вы стоите-то, ё-моё, я же сказал 45 стаков. Так я-то убегу, я на сапожках, мне еще можно. Тебе можно. Другим нельзя. Зеленого тоже хорошо. Убежали. Обратно меняемся. Да, обратно. У тебя зеленка, только смотри внимательно, там палец на кнопке. Нет, с зеленого луча ДК убежал очень быстро. Босс начал отхиливаться. Вот что я говорю. Так, синий в центре, я так понимаю, да? Так, сейчас... Первая лужа на танке была. Так, ромбик. Это вторая, да? Ждем третья. А Гера еще не было. На мне пошла третья. 40 стаков. Смещайтесь уже потихонечку. Готовимся бежать. Все, 45 стаков. Вар по зеленой уходи. Зеленый прям все, в сторону. Уходите, уходите. Главное перпендикулярно бежать, чтобы босс на нас привел. Да. Все, увидели, сейчас он привок даст. Все, больше он не даст. И все, по стенке бежим. Так, у нас по времени, я смотрю, две перебежки, и это вполне реально 30% снести. Че, Геру сейчас дашь? Да, да. Давайте, в случае появится. Готовимся. Давай, Геру. Ой, блядь. Вайда прохил. Да, у Геру и в себя цепу. Это было первое, сейчас вторую. А? Да, что-то я обосрался. Этот друид заходит там ДКшника, потому что мне сейчас это ближе к центру, я вот так пододвинусь. Жнецы это наебашни. Я приложу кашни. 40 стаков. Готовимся. По зеленому лучу бегите нормально. Все. Уходите, уходите. Пошли.
Все, там осталось 12%. Сова, там 5к готов. Че, на мужика ставим? Или нет? Да, на мужика, конечно, конечно. Потому что будет берса после этого. Уже этого вариантов нет. 11% там хуйня. Я прожмусь. Но лужи сейчас три будет, внимательно смотрите, у них нельзя встать. Ну, походу ДК вот его и отхиливал постоянно, да? Не знаю, даже особо не замечал эту хуйню. Так, в центре синий. Убивайте. Минута 20 секунд. Достаточно времени, 2 миллиона снять. Сова словила лужи. Уйдите, уйдите, в луже стоишь, ДК. Сова спасла ДК, бля. А чё ты не бьешь? Бей, ДК. Да сова, блядь, меня сбивает, нахуй. Сова, ну зачем? И забей. Бей уже. Похуй, добивайте, да, там ДК сегодня ходит. Так. Ты, блядь, похуй на луч. На зеленый, возьмите луч, босс захиливается. Луч возьмите босс зеленый. Захиливается. Зеленый быстрее, ну ты-то зачем? Да, блядь, ну а кто? Кто-то ты-то здесь зачем, есть? Зачем, блядь, ты не можешь два луча держать, ты чё? Есть, вон люди, блядь, забегите за лужу. Босс будет захиливаться, ну чё? Ебать, клоунада, блядь. Уже не хочу умирать здесь, задолбал. Я понимаю, что ты не хочешь, блядь. Ёбаный сверху. У меня... Задолбало. Выстрадали, называешь. Пошли, блядь. Сова, 5к, короче, жду на почту. Тебе меч нужен? Да забирай, нет. Мне нужен просто, я на трансмог хочу. Кошмар. На трансмог? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь траев. Ебать, хуй ты хотел. Порно, порно, весь задорно, блядь. В гире, блядь, траили, это вообще пиздец. В гире там нехуй траить. Я прыгаю на сову. В гире проще. А рано в гире херня, скажешь? Конечно, блядь. Он проще в 100 раз. Где ДЦ? Там, блядь, один щит проебал, все, вайп. Блядь. Там не щит решают. Немножко там показатели танка решают. Нифига, там... каждого он кидает огненные глыбы, короче, если ты проиграл. А, ты про Арана, бля, я перепутал, я думал ты про Гнева, блядь. Там без ДЦ вообще никак, а я, блядь, да, ушел, да, да. ДЦ никогда в жизни не хилил, а меня давай Каригер, блядь, дрессировать. Вот так, там, блядь. Подожди, это не агри, пока тебе дебаф по-любому ждать надо. Да, я знаю. Потому что у нас магии диспела нету. Сейчас опять будет, короче. Так, а я друида убирал твоего, груз. А, вон он, все, бежи. Я вам только хочу напомнить, что это не Каракер. Тапочка. Так, тут починка, кстати, есть. Кто обрыганный, там починитесь. 24 голды, блин. Короче, теперь вы узнали дополнительную тактику на гнева. Да это все делается и так без этого. Оно понятно, может быть... что делается. А что, может, Макс меня это заберет? Эту хуйню. Слушай, я не знаю, возможно ли это, блядь, дуэли, наверное. И то это не баф, а дебаф. Вряд ли он забирает эту хуйню. Я сдох специально так для телепорта быстрее идти. Ну молчи, зарчел. Конечно, заебись, 2 милика. Кто из РДД шарит, вот какой рейндж держать. Пусть в нем и стоят, и в нем и бегают все. И все проблемы решили. На макс ранжу просто становишься и все. Ну и чтоб смотрел кто-то из РДДшников за этими, как их там, големами. Есть РЛ. Есть РЛ, блядь, иди в жопу. А, ну да, он хилер как раз. Все на РЛ скинули, блин. Ебать, разъебывает, сука. Я вжался. Все, можно выхилить. Ага, бля, сейчас как сдохнешь. Я волну, если что, хуярю. По-жесткому, бля. Так и поспамлю.
Ты хочешь, я смотрю, быстрее закончить? Да. Главное, чтобы ты не в гробу. Я очень голодный. Какой-то яд, что за хуйня? А, это не яд. Вот еще. А, уйди. Не. А ешь под пивом. А, он к нам повернул, заебись. Mm. Он хотел закончить быстрее. Покончить с этим рейдом. Ебать, сова такая идет, подпирает, короче, моба нахуй, чтобы он быстрее по лестнице лег. Быстрее, сука, пиздец. Кухма, блядь. Своими крылышками, блядь. Сова — это вообще дикая тема. Такая жирная, блядь. И танцы самые пиздатые у совы. Какой-то пидор. Мы с нами еще один мессажер. Сзади, идет. Сзади агри, агри петуха. Ёбаный свет. Что происходит? Так, ну вас дамажит, я не знаю, что дамажит. Перед лицом, наверное, стоите. Ну, агри пиха. Сука. Просто проебал 5 часов в каре, блин. Ну, не 5. Ну что так проснешься, чё проснулся, кошмар проснулся, угу. Да, блядь, гнева пиздец. Как лайкался, блядь. Знаменательная встреча Япончика и Ойда, блядь, на X4, блядь. Об этом будут писать в газетах, ну, в 2000 году, блядь. Пиздец, блядь, когда я тебя прям сейчас черный список добавлю. Там так будет написано, когда они встретились, блядь, Сирус упал, блядь. А потом они упали на гневе, нахуй. Целый час мы просидели на гневе. Короче, жрите ману, пейте, давайте рыбу ебану, то вдруг кто вздыхал по дороге. Так, вот рыба. Короче, ДК, собака и вар, вы знаете, куда отбегать, мне не надо вам 3D-метки ставить? Нет. Хорошо. Я буду смотреть. Можете только по команде давать. Просто так ее не кидать. Вообще не давай. А до... кому? Кому, до... кому, кому? По вару. До 30 не давай. Если лучше... я вот попросил, ну, да, я вообще я не буду кидать. Лучше... Бегает давить вот сюда, да? Да, это самое. Ну, когда метеор туда упадет, то в РДД. Но смотри, лучше давай после 30. Не ебите мозг лучше, нахуй. А то кто его знает, там кинется эта хуйня, не успеешь среагировать, снять там и все нахуй. Да я могу вообще не давать эту истерию, и ну, нормально. После 30% босса, чек на пол и все. Гонично. Этот что остался? Лапка? Больше ничего вроде нет никаких баф. По Паулину, по Уэлью. Все, поехали, ебаш. Пидор это, агр. Так, сейчас я ранжу проверю, блять. Сколько тут? Вот вроде 30-ка есть. Все, пошел на метеоры смотреть. А ты не шаришь, что ли? Кто это? Облепиха там не шарит так? Облепиха, угу. Смотри. 30 метров от босса. ХП будет уменьшаться до 1 хп. Вот уменьшилась облепиха у тебя. Отойди назад, облепиха, пару шагов. А то ёбнет вот это кольцо, 30 метров рейндж бьёт. Заебись. Так, метеор летит за нас, нормально всё. Далековато его поставил. Плохо поставил? Почему? Ну, далеко от дырочки. А дырочка-то вообще... Нормально, дырочка скорректируется. Вообще. Если что, бегайте в РДД, нахуй. У Вара Чарш есть. Вот сейчас да? Собака отбегает. Всегда есть РДД зона. Правильно? Ну вот, ёбаный в рот, нахуй. Я отбежал, блядь. Я понял, что ты отбежал. Во-первых, там 30 не было. Было где-то 25 метров. Этот, ну... Давай, облепиха. Ресай, облепиха. Ты, облепиха, ресай этого ДКшника. Вставай и по нему бафы готовьте. Метеор там летит прям... Его надо заходить. Прям в нас метеор летит. Отбегаем звезду.
Потом отбегайте оттуда. 30 метров надо от босса находиться. От метеора отбегаем. Сюда, в звезду переходите. Кто там возле дверей, сова, беги сюда, блядь. А мы с этим вдвоем, с дебафами были. Вот, дебафы кончились. Облепиха, иди в звезду. Алло. Кинется дебаф, тебе надо будет убегать на 30 метров. Бля. Дебаф, нябрь, тебя откинет в огонь. Так. Еще. Вот. Зачем ты их хотаешь? А что мне делать? В сову спекаться надо было тебе. Так, метеор удачно упал. Да нет у него спека. А вы не понимаешь, в чем дело? Нету спека. Пацаны. У пирака романа нет. Да и похую. Кастанет там, прилив и еще какую хуйню. В карман забегай. Собака. В карман, да, там есть карман такой. Либо 30 метров. Все, 30 метров было. Иди бей. Если в миле полетит от РДД зоны, как ты смотришь, скажешь влево или вправо? От РДД зоны. Сука, я что-то не могу. А, вот. Отсюда летит. Так, летит куда-то. К дверям нахуй. Вы пойми. Да, к дверям. Ебаный босс. Ну если в нас полетит, я хуй знает куда. Ну чё, он тупик есть. Вон, видишь, можно пробежать. Всегда в миле можете пойти. Да, в миле пойдем, если что. Вар, крик обнови. Что-то мне не досталось. Так, ДКшник. Хорошо. Так, метеор. Кажется, к милизор летит, да. Ну все, отводи босса на нас. А че он там стоит? Подвигайся. В звезду отходим, в звезду, быстро на ком дебаф. 30 метров от босса. Все, там парочку исчезнет метеоров. Ну ебаный рот, нахуй, лок, нахуй. Этот самый... Кто резкий? Я дал. Хорошо, вставай, лок. Лок быстрее вставай. И дамаж. И бафы по нему. Лапку. И залупу эту из сумки бафни там. Вот этот голем слева, по-моему, должен скоро про... Да, должен. Так, метеор нормально летит, наверное, в этого голема где-то. Нормально. Хорошо. Лок, повнимательно смотри, блядь. У нас один бот такой остался. Это у Пулинки. У кого СС есть из локов? Бронкс у тебя есть? Бронкса. У Бронкса. У Бронкса. Жена, мозги, блядь. Этот Бронкс по Улинке дашь СС? Как время будет? Не-не-не. Он хотя хоть. Но у него единственное бы, если он сдохнет, нам не спастись. Вот этот самый вар нахуй, ёбаный урод, спал, блядь. Паулинка, сливай БР на него. Ну чё за хуйня, блядь? У меня малама, она, блядь. Минер в себя и всё, блядь. Так, смотрим, блядь, метеор, вар вставай. Бах по вару. Инера два есть. Два инера есть. Так, ставлю ПТМ. Где метеор нахуй, что-то не вижу. Фаза скоро. Так, фаза началась. Сейчас я посмотрю, куда метеор летит, и посмотрю, можно ли дать Геру. То есть он прилетит, и мы будем бегать, много не дадим ДПС. Могу истерию кому-то закинуть. Это вару, давай. Что-то метеора не вижу. Отдал. Нету его пока. Вот он летит. Нормально. О, далеко, заебись. За нас, да? Все, да. Не-не-не, далеко. Фул ДПС. Это наш шанс. Скоро метеоры, кстати, еще полетят, но уже в комнате места побольше. Так, теперь захилит она побольше. Сейчас неудобно смотреть будет, конечно. Смотрю на метеоры. Меня пиздит оружие, ебаное.
Ну, че я же захватывался. Так, где-то в мелизону видно летит. Отбегаем, да, отбегаем, отбегаем. Япончик, все в прожимки отдавай. Милики, все прожимки. Не зыблемость, зеленку. Не, ну смотри, вон, ну, подводи. Я его сейчас вот сюда просто поведу. Да, да. Ага. Отойдите. А хули что делать? Я прохил. Выходите с стенки, иди. Да, иду, иду. А там он голем. Еще голем. Еще метеор, пошли. Да, ебаный свет. Звездочки, угол, звездочки. Мы стояли угол. Ребят, оставайтесь там, кто придет в угол. Отойдите. Все, вставайте в звездочку вот сюда. Упирай босса. Когда босс будет кастовать кольцо, находитесь в звездочке или в квадратике, вот, чтобы не улететь в метеоры. Вот как сейчас ты вылетел, да? Да, как сейчас тело какое-то вылетело, беспонтово. Так, сейчас я гляну, куда он летит. Куда летит, чуть не вижу. А, нормально. Лок, нахуй, ну ёбаный рот, ты что, блядь? БРов нет, СС. Нихуя нет. Уже не было. Просто ебашь, там лям. Здесь а сова, ты ч... сова, бей. Мелизона. Сейчас метеор. И бежим. Не, нормально, он рядом. Все, там 700 тысяч. До следующего метеора добьем. Так, еще. Смотрите, РДД. Смотрите. Мелизона. Мелизона. Нет, нормально. Добивайте 200 тысяч. Ура! Ебаный этот Каражан, нахуй. Чтобы я его, блядь, не увидел никогда во сне, блядь. Просто охуеть, блядь. И прикинь... Ну ты его и не увидишь больше. Ну, прикинь. Не, ну я в ахуе просто, блядь. Не просто в ахуе. Не знаю, что сказать, блядь. Просто охуеть. Просто охуеть. Вот это вот нужно кому-то, потому что у меня уже есть такая. Ну, и этот самый. Так. Хиловская. Этот. Облепиха, я закину эрдружки хиловскую, он хил с МП5 все-таки ему лучше будет. Так, и плащ уже с МП5. Надо кому-то. Тоже, короче, друиду. Т4. Ну, этот, друид, ты кинжал забрал. Ты отдай, если время на нем есть. РДДшный. Забирал у себя. Когда ролл. Ну там посмотри в сумке, кинжал какой-то, говорит, сова, облепиха. Кинжал я отдал локу сразу же. А что он по роллу? Он улокал. Он по роллу выше был, да? А у нас а 4 анроллом, что ли, ушел или что? Кто? Каким анроллом? Спасибо, вот. Ребят. Было тяжело, но мы справились. Головы. Конечно, блядь. Потому что это кто? Шаман, паладин и рога, которых нет. А там понятно. Кроме меня, блядь, прикинь. Да в ахуе вообще, блядь. Не, у меня отобразилось то, что на друидов. Не, нет, на шаман. Я в сумке смотрю на него. Я в ахуе, прикинь. Я первый раз такую хуйню вижу. Никто не пишет ни шамана, ни друиды, блядь. Ой, ни роги, нахуй. Всем спасибо за терпение, блядь, за то, что вы такой охуенный рейд посетили, блядь.